Ми продовжуємо. В нас у студії тепер наступний гість, директор агенції регіонального розвитку Східного Донбасу Лариса Бичкова. Добрий вечір. Добрий вечір. Ми, знаєте, отак от завжди до нас, до речі, багато закидів. Не тому, що там хороших і поганих людей запрошуємо у студію, і хтось там брехун, хтось не дуже, а хтось свята людина. А ще й тому, що ми постійно так от топчемося на місці з приводу от міських наших тем, замкнулися на сєвєру Донецьку. Тож давайте поговоримо зараз, шановні телеглядачі чи радіослухачі, про сільське населення. І є певні ініціативи щодо зайнятості місцевого населення на селі. Які вони зараз? І одразу друге запитання, просто щоб у відповіді пролунало. Ну, знаємо, які пенсії на селі. Допрацювати, доробити там кілька років жінкам, що потрапили під тигіпківську реформу, просто нема де. І вони отримують зараз 900 гривень. Ці проекти, ці ініціативи можуть у цьому допомогти цим жінкам? Добрий вечір, уважаємо слушателі і телезрителі. Да, хочу сказать о тех проблемах, тех программах, которые идут именно по сельскому населению, сельскому хозяйству, агробизнесу и так далее. Да, вот 7 октября была такая мини-конференция, где были представлены все международные организации, которые работают с агробизнесом, работали и будут работать дальше. Да, там порядка 10 международных организаций представляли свою деятельность, показывали, что уже сделали, что делают. Вот. Хотела бы обратить, наверное, вот так вот пройтись уже, да, и выбрать немножко, потому что некоторые программы закончились, и еще как-то планы идут у них, да, и они еще четко не понимают, как будут распределяться грантовые средства, да. А вот я хочу сказать, что стоит обязательно обратить внимание, которые сейчас программы идут, да, это Датский совет по беженцам, которые предоставляют микрогранты на самозанятость от 250 до 1000 долларов. Может написать любой человек, податься в нашей области, в нашем регионе, пишет бизнес-план, подает, защищает, выделяют средства, точнее, как выделяют, не ему средства выделяют, хотя вот датчане, да, они выделяют средства на счет, а вы отчитываетесь уже чеками и что вы там покупаете для самозанятости. И у них есть программа уже для юридических, скажем так, ЧП лиц, да, это уже до 3000 долларов, уже программа идет, это 10 грантов они дадут, сейчас отбирают этих людей, тут уже нужно либо устроить ВПО, либо, ну, вот такую социальная нить по этому бизнес-плану должна идти. Также хочу отметить программу Норвежских совет по делам беженцев. Они предоставляют такие более уже, знаете, четкие программы. Покупают курей, там, материалы для восстановления теплиц, насосы и трубы, системы капельного полива, корм для скота, семена, удобрения. Вот сейчас уже тоже идет эта программа. Также вот сейчас открываться будет программа Международной организации по миграции. Если датская программа уже идет, то Международная организация по миграции, они открывают сейчас эту программу, очень похожая на вот эту датскую, очень похожая. Те же суммы, те же цифры практически, те же требования, да, чтобы самозанятость была. И еще хочу отметить Мерси Корс, который работает в этом направлении, но они выбрали для себя линию разграничения, где особенно помощь, наверное, нужна, да, где больше разбито, разгромлено и до сих пор сейчас это все продолжается, поэтому там уже будет сумма. И вот эти маленькие микрокредиты от 500 до 1000, и есть программы уже, которые не с малым бизнесом работают, это до 10 тысяч долларов.
То есть вот, вот эти условия тоже ВПО? Условия, да. Социальная составляющая идет везде, потому что все программы работают. Техническая помощь постраждалому населению в нашей территории. Да. Потом еще очень были интересные программы, которые представили на этой конференции. Это обучающие программы, да, для наших. Те, которые уже стоят на ногах, бизнес, да, тот, который... Но дело в том, что я не знаю ни одного, наверное, учреждения, которое учит работать бизнесу в наших сейчас военных условиях. Да. Поэтому перестраиваться надо. Бизнес, конечно, это бизнес, и никто его за руку не должен водить, он должен выживать сам. Но, тем не менее, помощи и от администрации Луганской областной, да, она обязана идти, и она идет. И вот от международных организаций в том числе тоже идет. Вот есть ГИС, они открыли программу. Я, может быть, оставлю вам контакты, если... Можем взять участь. Да, тем более можете взять участь. Это немецкие компании везут наших фермеров в Германию на 3 недели. Русский язык даже, английский не требуется. Вот эта программа, которая занимается Донецкая торгово-промышленная палата. И вот они набирают людей, везут туда, чтобы наладить поставки. Ну, це зрозуміло. Якщо акумулюючи ось усі ці речі, давайте все ж таки безпосередньо до відповіді на це найголовніше запитання. Самозайнятість на селі. Якщо про ці програми, якщо бачать ОБСЄшників, бачать певні брендовані автівки, певних фондів у містах, у нас тут на Луганщині, то по селах їх рідко бачать. Знаєте, ну, рідше, назвемо це так. Рідше. Ну, видять. А тим паче вже про те, що там їздять люди, котрі можуть допомогти більш-менш стати на якісь, бодай, ноги і щось самому собі зробити, піти, допомогти інформаційно, розказати, як саме можна взяти і піти до податкової, зареєструвати собі підприємця якогось. Знаете, маленького. Для некоторих тих програм навіть підприємці не треба реєструвати. От самозайнятість. Покажіть, що ви, ну, в дальнейшем, дай Бог, щоб ви стали на ноги. А зараз, от, хоча б, дійсно, вот как вы говорите, да, женщины на селе, возьмите тех же бройлеров, вырастите, получите доход. И это будет очень хорошо. И на вони ж, вони ж не знают про це. От, як все ж таки робота на селі проводиться у цьому питанні? Да, я с вами согласна, что вот, ну, чем ближе туда в глубинку, тем больше буксует информация, которая идет. Да? Вот у нас был проект по децентрализации, не совсем тема, которая сейчас у нас с вами идет, но тем не менее, вот я очень хочу порадоваться за коллег, которые уже вышли в центр избиркома, у нас будет Чмырьевская объединенная громада, да, 18 декабря будет выборы в объединенную громаду. Что сейчас говорят, что к нам международные организации приезжают чуть ли не каждый день, понимаете? Если люди начинают что-то делать, начинают шевелиться, начинают привлекать к себе внимание, да, той же децентрализации в том числе, то туда и едут люди, потому что иногда, вот, ну, особенно сельское население, ну, я хочу сказать, что те фермеры, которые уже работают, да, им приходится информацию рассказывать, вот, ну, я звоню, допустим, там, пригласить на конференцию, да, и говорю, что там вот такое-то будет, и 3 раза должна рассказать об этом, я должна 40 минут выслушать проблемы человека, да, потому что действительно проблем очень много у фермера в том числе, он сам на сам, он сейчас, особенно линия разграничения, это вообще катастрофа, вот, поэтому действительно информацию надо дальше двигать как можно, ну, то, что совсем она не доходит, она, знаете, где-то останавливается на вот управлении, ну, на сельском, як на сельском совете. Централізація. Це ми зрозуміли. Є телефонний дзвінок. Добрий вечір. Назвіться, будь ласка, хто ви та звідки? Ваше запитання. Добрий вечір. Говоріть. От ми фермерське господарство. Виростили столовий буряк. Помогите нам його реалізувати. Перепрошую, повторите еще раз запитание. Буряк, вырастили, помочь им реализовать. А звідки ви? Столовый.
Ну ось реально є можливість допомогти реалізувати буряк. Для буряка, ну, чесно говоря, даже не знаю, вот, чтобы там буряк где-то реализовывать. Но это надо смотреть. И есть, допустим, торгово-промышленные палаты, да, которые налаживают, вот они занимаются тем, чтобы выводить предприятия на какой-то рынок. Я понимаю, что это, тут надо смотреть объем, количество, сколько этого буряка. Может быть, стоит продумать, вот взять там 3000 этих долларов и продумать там какую-то торговую точку, в конце концов. Да? Ну, не буряка, там, молока, там, охладить. Ну и так далі. Чесно говоря, сейчас не готова про буряк ответить. Давайте, скажімо так, на ну, от риску, ну, тут вам повідомляють трактори, що 40 тонн. А, 40 тонн. 40 да? тонн виростили. 40 тонн. Буряк Сама кормовой или буряк, ну, тоже бывает столовый буряк. Да? Но здесь надо смотреть, в таком случае тендера 40 тонн буряка может разойтись по школам, детсадкам и так далее. Надо садиться, смотреть тендер, участвовать в нем и продавать. Як вас несподівано наскочило з цим запитанням. Дякуємо за те, що відповіли на нього. Давайте підведемо певну риску під нашою розмовою. Ну, знаєте, щоб це було дієво, ми так про інформацію поговорили, от що робити? От є зворотній зв'язок от в людей, котрі от, ну, проробили, як могли, на свого, ну, як то кажуть, знаєте, на пана. У селі на фермера, так, отримали там раз на рік, там, можливо, хтось пай отримав, хтось попрацював, отримав зарплатню, а потім сидять сидьма і чекають, ну, наступний період. І такі люди і є найбільш значущим для них є ось ці мікрокредити, мікропевні речі, якісь, можливо, хтось дійсно... Значимі і більше всього непонятні. Людям. Вони може іти ініціатива знизу. Конечно, можливо, є якийсь кол-центр, куди сказати, я там, не знаю, була дояркою у совхозі, не стало совхозу і роботи немає, мені тут треба допрацювати, я хочу, щоб мені допомогли, я готова. На що? Грошей немає. Хорошей немає. Ну, дивіться, при каждой программе, практически при каждой программе идут тренинговые обучения, да, чтобы действительно вести человека в курс дела, потому что, ну, сесть и сказать, напиши бизнес-план, который, ну, буряк выращивал, да, и действительно нет компетенций определенных, этому надо учиться. Здесь надо действительно, чтобы человек хотел и мог. Вот у меня в Беловодском районе буквально, знаете, вот на этой конференции приехали и говорят, мы настолько вас задергаем, вы нам помогите создать кооператив. Пожалуйста, куда обратиться, как писать, что делать в этом случае. Отзвонились, мы им направили, какие у нас были материалы, а куда обратиться. Скажите наостанок, агентство регионального развития Восточного Донбасса. Пожалуйста, Гвардейский 30/1, первый этаж, приходите. Ми всіх ждемо і проконсультуємо совершенно. І це, мабуть, найголовніше, тому що дієвіше. Дякуємо вам, шановні пані та панове, дякуємо вам, що зайшли, дякуємо вам, шановні друзі, радіослухачі, телеглядачі, що були з нами цього вівторка.